Анджелина Джоли сегодня сообщила о том, что перенесла операцию по удалению обеих молочных желез. В специальной колонке в «Нью-Йорк Таймс» актриса и режиссер пишет, что решилась на это из-за высокого в 87% риска возникновения рака груди. У Джоли к нему генная предрасположенность, а ее мать умерла от рака в 56. 37-летняя Анджелина, воспитывающая 6 детей, говорит, что ей пришлось принять тяжелое, но необходимое решение – сделать превентивную двойную мастектомию с последующей установкой имплантов. Процедуры завершились в конце апреля. Несколько месяцев актриса держала все, что с ней происходило, в тайне и продолжала работать. Я счастлива, что сделала это. Теперь риск развития рака упал с 87% до 5%. Я могу сказать своим детям, что им не нужно бояться потерять меня из-за болезни. И при этом нет ничего, что могло бы их смутить. Они увидят лишь маленькие шрамы. А в остальном я по-прежнему их мама, такая же, как была всегда. Они знают, я люблю их и буду делать для них все возможное так долго, как только смогу. Я же сама, как женщина, вовсе не чувствую какого-то урона. Сильное решение, которое я приняла, только вдохновляет меня и никоим образом не уменьшает мою женственность. Еще Джоли отмечает, что с ней постоянно был любящий партнер Брэд Питт, и даже в трудные минуты находились поводы для улыбки. Объясняя свои мотивы, почему решила рассказать всему миру, актриса приводит данные ВОЗ, согласно которым ежегодно на планете до 500 000 женщин умирают от рака груди, и еще больше живут, ничего не зная об угрозе и не имея возможности пройти дорогостоящие, до $3000, генные тесты. Актриса призывает сделать эти исследования более доступными.